Этой проблемой жители дома 32 по улице Шевченко озадачены уже не первый год. Фасад здания рушится практически на глазах. И каждый раз, выходя из дома, Наталья Таранова старается проложить свой маршрут так, чтобы не проходить под балконами. Балконные плиты нашего дома находятся в очень плачевном состоянии. Они разрушаются и осыпаются вниз. Значит, прогуливаясь с собакой под нашими балконами, на меня сверху упал большой кусок, который рассыпался потом на множество маленьких. И, в общем-то, хорошо, что он упал не мне на голову. Жительница писала письма в центр ЖКХ с просьбой о том, чтобы в ее доме провели капитальный ремонт фасада здания. По словам Натальи, специалисты так и не пришли, чтобы осмотреть аварийные балконы. Но ответ на ее просьбу дали. Мне по почте пришел ответ, что в плановый ремонт 2018 года наш дом не внесен. И, может быть, его внесут на 2019 год. По словам специалистов центра ЖКХ, в доме 32 по улице Шевченко в ближайшее время уже запланирован ремонт кровли. Также будут отштукатурены кирпичные вентиляционные шахты и фасад здания. Отремонтируют слуховые окна. Что касается балконов, в этом году восстановят лишь один, который находится в аварийном состоянии. Ремонт остальных запланирован на следующий год. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.